Я в жизни видел разных женщин, упрямых, хитрых, озорных, блондинок, рыжих и брюнеток, богатых, бедных и простых. Ведь некрасивых не бывает, любая женщина – цветок. Любой букет вас украшает, всех одарил бы, если б мог. Чтоб руки милых не грубели, чтоб лица их не постарели, и чтоб всегда цветы цвели. Цветы дарите им всегда, чтоб море ласки выкупались, чтоб ваши нежные сердца теплом, любовью наполнялись. Дарите женщинам цветы с любовью, лаской, без занозы, и вытирая молча слезы от радости и от любви. Дарите женщинам цветы, чтоб никогда не огорчались, чтоб улыбались и смеялись, как розы майские цвели. Дарите женщинам цветы и не откладывать на завтра. И нам не нужно ждать весны, когда придет 8 марта. Дарите женщинам цветы, гвоздики, розы и ромашки. И я надеюсь, может, каждый подарит женщине цветы. Дарите женщинам цветы.